Родилась дочка 14 декабря 2021 года. Назвали Мария. В судьбе у нее все будет хорошо, потому что мы рядом, семья будет помогать. Надеюсь, что она в этой жизни найдет себя. Родительство – это очень ответственный шаг в жизни. Желаем, чтобы они его пронесли легко, весело, чтобы малышка их всегда радовала. Тебя очень-очень ждали, очень-очень уже любим. Желаем ей, чтобы она была счастливенькая и здоровенькая. Родителям много сил и терпения. Поздравляю вас с таким прекрасным, чудесным праздником. Растите крепкие, здоровенькие. Я очень за вас рада. Растите здоровенькими, крепенькими. Я вас очень сильно люблю. Любить маму, любить папу, чтобы папа с мамой жили в дружной семье. Хорошенькая была, росла, здоровенькая. Ну, чтобы все хорошо было. Я им желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы они были счастливы. Александра, большое тебе спасибо, что мы с тобой прошли этот долгий путь. 10 лет вместе. Спасибо тебе за то, что мы вместе, за то, что у нас есть ребенок. Мы будем с тобой идти развиваться, добьемся больших, колоссальных успехов и будем жить так, как мы захотим. Очень сильно тебя люблю. Хочется, да, чтобы у ребенка была большая амплитуда выбора в этой жизни, чтобы заниматься чем хочет, чтобы жизнь была для развития и отдыха, и развлечений. Так что будь хорошей. Люблю тебя.